себе. Здравствуйте. Нарафаминский? Да. Я Апрелевская. Апрелевская. А я чуметь можно. С губернатором, товарищ, с губернатором в одном вагоне ездим. Как часто ездите? Ой, вы знаете, я езжу не так часто, потому что я в Апрелевске живу и в Апрелевске работаю. Но дочка у меня, она в МГУ у меня преподает. Она у меня ездила на машине прямо много лет. Семь, наверное. А вот в последнее время, как вот открыли у нас в Апрелевске станцию, такая станция, спасибо вам большое, такая станция замечательная. И лифт, и чистота, порядок, и туалеты. Прям вот все очень нравится.